Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Линка Гейм, и напоминаю, кто забыл или кто недавно пришел, что видео про динозавров и подобных существ, такое вот как это видео, переехало на канал Jurassic World Ru. Ссылочка будет в описании, так что не зевайте, переходите, подписывайтесь. Там, кстати, вот вчера, ладно, на днях вышло видео про новое существо, которое появилось в Jurassic World The Game, это у нас Эоклодоцер, короче, такой вот дикий-дикий олень. Ну и, в общем-то, все свежие видео про тематику динозавров и разных существ выходят именно там. Так, ну а мы, ребятки, сегодня будем сражаться вот с всякими новыми существами. Птичка, это у нас кто, фарракс или келенки, кто-то у нас тут, фарзаур, это наш гибрид, майозавра или майозаура, как там тебя зовут, майозавра, гибрид майозаврика и фарракса, да. Потом у нас вот тоже такой еще гибридик, телокататор. Кстати, видео про каждое из этих существ есть на канале Jurassic World. Новый индоминус, который легендарный, а не который... так, где-то тут 20-й, а не... А, кстати, это тоже эпический, а тот был легендарный. И также само новый индораптор, не уникальный, вот как вот этот. Что еще? Кицерион, потом вот черепашка. И вот тоже вот новый гибрид смилоцефалозавр. Смилодон плюс цефалозавр. Короче, вот такими вот тварями мы пойдем сражаться. Давайте сейчас смотреть, что у нас тут. У нас есть три башни здесь в окружности. Сейчас пойдем куда-нибудь посражаемся. Так, вот это, наверное, самое слабое. Хотя нет, 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 это не самое слабое. По-моему, вот это самое слабое. Слабая башенька. Да, да, да. И туда, значит, мы пойдем кем? Пойдем, ну, вот этими вот ребятами. У нас будут три битвы по плану. Во, теперь со звуком все в порядке. Так, начинать будем с кого? Ну давай, на кого нет подмены. Давайте с обычного индоминуса. Кстати, выглядит он довольно шикарно. О, индоминус против тарбозавра. Так, ну тут он сейчас всех порвет, да, наверное. Так, это у нас что? Очищение себя плюс 50 крон на один ход, противник на один ход, противник и на два своих хода плюс 10% скорости на два хода. Так. А, это я усиляю противника плюс 50 крон на один ход противника и на два своих. Ну как-то странная эта тема. Давайте инвизимся, что ли, для разнообразия. Так, уклонение сработало. Кстати, уклонение у нас здесь какое? Шанс 75% прямого урона. Ну, давайте. О, замедлит. А иммунитет у него какой вообще? Сейчас. Ам-нам-нам. 3700 пробили. Манолов. Давайте-ка мы что сделаем? Давайте мы подменимся на вот него. А, Манолов у нас же иммунитетный гад, да? А, нет, нет, нет. Фу, что-то я спутал с гибридом его. Отлично, отвлечение. И нам, собственно говоря, то же самое попало. Но мы его на 90%. Да, да, молодец, на 90%. Так, давай вот так сделаем. Сейчас мы что-то забафаемся, да? Очистимся. И уклонение получили. Ну, неплохо. 0,6. Не, надо его замедлить. Так, гад, нейтрализацию снял, снял. И невидимость снял. И наше усиление снял. Так, ну мы его замедлили. Ага. Такой вот у нас гибрид. И теперь что нам надо... Ну, можно его добить кровотечением. Ам-нам-нам. Ну, сумчатый лев с кожей динозавра. О, кровь, кстати, да, у нас же, ребятки, появилась кровь, пятна крови на экране, на траве у нас. Давайте снимем 60% с него. И кровь прям брызжет.
Так, что теперь мы можем сделать? Блин, ну ничего такого не могу сделать. Ну давайте назад на Индоминуса. Он выдержит его удары. Ух ты, а Индоминус, смотрите, крупнее тробозавра. Блин, кровь прям, слышите, как течет. Льется ручьем кровишечка. Вот так вот. Ведро крови вылилось. Это если представить, сколько крови у зауропода, это, наверное, надо, можно наполнить некислый такой бассейн. Ужас-то какой. Ну, по сосудам кита можно проплыть. А кит у нас, синий кит, сколько там? 100, до 150 тонн весит. Так, теперь, ребятки, идем вот в такую вот башеньку. Там, возьмем черепашку. То есть черепашечку возьмем. Кого еще возьмем? Птичку возьмем. Давайте так пойдем. Мы, кстати, черепаху, да, я так нормально, когда ее прокачивал, не получалось ее нормально протестировать, потому что были противники все с иммунитетом. А вот здесь как раз черепашка наша должна зайти. Карбонемис, он же черепаха из арка. Он подменился, да? И с... Ага, с уклонением. Хорошо. Круг такой почета сделала черепашка. Давай! Тыш-тыш-тыш! Ух ты! Вообще суровая, свирепая черепаха. Но не хватило нам скорости. Но щит мы поставили. Ого! Укусила так укусила. Но следующий удар ее добьет по-любому, а это мы выдержим. Панцирь. У нас же чертовски сильная броня, 60%. Такого ни у кого нет. У анкилозавров 30. У надозавра, да, по-моему, 40 максимум. У плацефала 40. Вот так вот, черепаха всех раздала. И тебя сейчас вылечим. Вот так вот. Блин, он снизит урон. Но не пробьет. Вообще 690, смотрите. Не бронебойный удар черепахи вообще по боку. Вообще прокусила его. Но она, конечно, 20 уровня, но тем не менее, раптор это сила. Даже на 14 уровне. Так, ну и последняя вот такая вот башня. Кецариончика возьмем. Ну, Кицарион тут, в принципе, наверное, может порешать всех и вся. Ну, начнем с черепахи все-таки. Вот этот парень черепаху может пробить как раз. А, он подменился, не знаю, зачем он так сделал. Это глупая штука, как по мне. Потому что птичка-черепаха вообще никак не пробьет. Ну что, двойной урон. Нам он вообще по барабану. Нет, уклоняется. А, вот почему мы так мало пробили. Уклонение было. Так, ну теперь есть уязвимость. Блин, уклонение спасает. Так, щит. Увеличение скорости на 10% на 2 хода, щит 50% на 1 ход. Лечение, ну, это, мне кажется, рановато. У нас броня четкая. 1600, критический удар. Ага. Сейчас мы двойной урон аллозавру выдадим. О, новенький аллозаврик. На тебе двойной урон. Он шустрый. 105, а у нас 104. Ну, понятно. Так, ну вот это, конечно, больно.
Но не больнее, чем мы. Так, мы сейчас, кстати, должны выжить, да? У него уже нет удара сквозь броню. Кря. Ах ты, ё-моё, у него такой удар был. О, анимация крита вообще крутая. Так, вот это сейчас турбоящер тебя сейчас порвет. Да, ну тут вообще один удар и хана. Он вообще крепкий парень, бьет 1300, прикиньте. Ух ты, прикольно, лежит, дышит, смотрите, анимация смерти классная у Аллозавра. Смотрите, сколько крови натекло. Так, ну это хана просто с одного удара. 2500 без крита. И кровь брыжет, брыжет кровь. Кровавое месиво просто какое-то. Так, ребятки, ну и давайте глянем, что у нас тут еще, что я не успел создать. Вот, в общем-то, на этого парня мне не хватило немножко черепах. Вот, видите, у меня 150, еще буквально там 400-600 очков, и я смогу создать нашу черепаху. И еще эта наша же черепаха участвует в карбоцератопсе. Но тут у меня нет вот этих вот ребят на соты цератопса, что-то я их как-то на карте особо не встречаю. И тут ничего такого не написано, где они могут быть. Так что, ну, вроде как, все, ребятки. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.